Песня ни о чем. Еще маленький был, говорили, пойдешь в школу? Там классно. Тебе понравится в школе все. Вот прям с первого и до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму и отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю. А что-то как-то все и не по приколу. Грязные тряпки, тройка в четверти. Там подъем в 7 утра, столовка, сменка, училки, и физра, и литра. И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем, день за днем. Я думаю, что-то школа как-то ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Ни о чем. А потом был универ хороший, престижный, такой старый. Друг за другом семестры, сессии, пары, пары, пары. Я там хорошо учился, я там получил даже красный диплом. Но так-то, если подумать, и диплом ни о чем. Песня ни о чем. Познакомился с девочкой из хорошей семьи, хорошая фигура, машину водила ровно, готовила вкусно, и сама такая не дура. Мы даже хорошо с ней пожили 2 года на съемной квартире вдвоем. Но однажды с утра просыпаюсь, смотрю, юмор ни о чем. И песня ни о чем. Не печальный, начальник молодец. А потом как-то бац, и я сам начальник. Но, наверное, лучше было бы стать учителем, я не знаю, или врачом. Потому что вроде все есть, но все как-то ни о чем. Песня ни о чем. А потом поехали мы с женой на Мальдивы. Она меня замучила. Поехали, поехали, ну там красиво. А что у тебя все время морда кирпичом? Да я не знаю, блин. Все Мальдивы. Спасибо, все были на Мальдивах, да? Ни о чем. То ли дело юшу, да? Потому что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет навстречу, скажет, ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога, дай пожить немного, дай пожить, ну хотя бы еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет, нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там, а? Ну так, по чесноку, боюсь, я тебе здесь, говорит, ничем помочь не смогу. Я буду говорить, как же, неужели хуже всех? А он пожмет своим белым плечом, скажет, нет, ну ты нормальный чувак. Ну как-то... И вот я прихожу домой, падаю в кресло, совсем усталый, включаю радио, хочу послушать радио, любимое радио, никакое попало, все достало, хочешь на чего-то приятного, чего-то для души, чего-то нерезкого, а там по радио какой-то Кураевский, придурков так и будут на радио пускать, так далеко не уйдем, и ладно, бы еще песня была нормальная, а то и песня ни о чем. Саратовская авторская песня. С юга, так сказать, да? Южная Поволжская.